заканчивать. Я поставил бы вот так, понравился урок или нет. Вот. Ну, ты читаешь мои мысли, я это уже давно знаю и понимаю. Дорогие мои ребята, мы сегодня заканчиваем нашу вторую встречу. Я всем благодарна, особенно благодарна тем, кто пришел после болезни и не проигнорировал приглашение нашей школы. И сейчас мы, как всегда, заканчиваем нашу встречу добрыми словами. Перед тем, как мы поставим смайлики и значки, что понравилось, что нет, мы говорим, что понравилось, с чем вы уйдете сегодня после встречи. Мне вот понравилось одно, логические задания, и все. Мне понравилось играть в сыщика. Сыщиков, Шерлок Холмса, правильно, тут многое мы пропустили. Ксения, а тебе во что понравилось? Что тебе понравилось? Чем ты уйдешь? Ну, думаю, мне понравилось считать за маленького принца и рисовать дерево классно. Дерево вообще классное, у меня будет к тебе просьба. Пожалуйста, пиши мне это дерево и дополни, вот я тебе пришлю список, а ты найди у своих друзей эти качества, хорошо? Хорошо. Я отключаю конференцию. Да, Сереж, подожди, надо послушать всех, мы еще не закончили. Саша, чем ты уйдешь, мой дорогой? Мне понравилось рисовать дерево. Молодец, умница. Спасибо, что ты был с нами. Арсюша, а с чем ты уйдешь? Ну, мне понравилось написать слова, где там мы говорили добрые слова, где там какие будут, какие друзья. Понятно. Я тебе еще пришлю видео, ты тоже нарисуешь это дерево. Молодцы. Мне удалось поучаствовать. Да, поучаствовать. Ничего, это время. Катюша, ну а ты была в самом конце. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Ничего страшного, со всеми бывает. Что ты ухватила в самом конце? Ты увидела рисунок дерева, ты познакомилась с Ксенией. Что ты, вот что зацепило в самом конце? Ну, я поняла, что человек без друзей не может существовать, что всегда и каждому нужна поддержка. Да. Я поняла, какой должен быть друг. Мы еще раз перечислили качества, человеческие качества. Спасибо.